Здравствуйте всем, привет всем, наши родные, наши дорогие подписчики, зрители, друзья, соратники. Вот. А сегодня я буду пробовать этот негазированный напиток Сарма чипсы Juice Brutal. Уже по названию чувствуется, что прям такие мужицкие, брутальные чипсы. Чипсы зелененькие, 80 грамм. Сейчас я вам скажу, стоит брать, не стоит брать. От компании Potato Chips. Я уже, кстати, уже делал обзор на чипсы. Potato Chips. Jalapeno. Это, наверное, перец халапеньо, то, что будет остреньким. Anchances. Перец халапеньо и сыр. Вот. Чипсы. Potato Chips. Компания Potato Chips. Juice Brutal. Перец халапеньо и сыр. Сейчас покажу, какие они виды. Я уже, конечно, попробовал. Они зеленые и, кстати, с оттенком оранжевого. У них хороший хруст. Ну, как вы пробуете, думаете, сейчас так остро будет. Сейчас мега остро будет. Пока жуете. И здесь еще такое колесико. И там типа уровень остроты. И оно почти на максимум. Начинаете глотать чипсы, когда прожевали все, и вас начинает горло щипать. Вот начинаете прожевывать, то вот это да. Мне, кстати, нравились начос, тоже в КБ продавались, но это из КБ. Кстати, есть вкус лука и парадэ какого-то. Чипсы картофельные со вкусом перца, халапеньо и сыра. Состав хлопья картофельные, картофельный эмульгатор, иммуно- и диглицериды. Жирный кислот, стабилизатор, дигидропирофосфат натрия. Ну, тут много добавок. Соль, сахар, усилитель вкуса и аромата, глутамат натрия. Много всего. Чипсы же берут, когда фильм смотрят, мультфильм, играют там на компьютере, на телефоне, чипсы. Или в кинотеатре сидят. Они сильно островатые. Я и говорю, вначале они не чувствуются, как будто, ну, где острота. Как там начинают острить. Лишь потом, пожевали вторую чипсину, взяли, пожевали, а потом, острота. Ну, не такая уж острота, как там, например, чан рамен или острая лапша. Нет. Такая вот острота обычно. Но кто не пробовал эти чипсы, потато чипс, халапеньо, перец, халапеньо и сыр, это стоит попробовать. Попробовать стоит. Катюше оставлю. Завтра может тоже попробовать. Сейчас еще одну съем.
Давай завтра можешь тоже попробовать. Так что всем приятного аппетита, кто со мной тоже перекусил. Вот. Если у нас обзорчик там чипсы, лапша, мороженое, берите. Что-нибудь тоже перекусить, пока смотрите наше видео. Всем пока. Всем счастья, радости, удачи, балдежа. Всем пока, всем пока. Ну и запью еще маленько, конечно. Лимонадом. Попробовал потато чипс, перец халапеньо, сыр. Ну, остренько. Кто хочет острого, кто любит острое. Да. Всем пока. Всем удачи.